вас побуждает к путешествиям? Желание вырваться из шумного города, отвлечься от работы и провести время с близкими или стать ближе к природе и узнать что-то интересное? Это лишь немногие причины, по которым люди преодолевают сотни, а то и тысячи километров в поисках ярких впечатлений. Главное – выбрать маршрут, который приведет вас к заветной цели. Спонсор программы – сеть магазинов «Автобюро». В наличии более 30 тысяч наименований автозапчастей. Удобное расположение, работа без перерыва и выходных с 8 утра до 9 вечера. Путешествовать легко нам всегда с «Автобюро». Зимние путешествия осложняются пониженными температурами и большим количеством снега, а потому многие туристы выбирают места с развитой инфраструктурой. Одним из таких, несомненно, является первый природный парк Свердловской области «Оленьи ручьи», по которому мы сегодня и совершим прогулку. Что же мы подразумеваем под инфраструктурой? Ухоженные дорожки. Не нужно прокладывать себе маршрут по сугробам. Безопасность. Установлена навигация, предупреждающие таблички, а также ограждения и ступени для комфортного передвижения по природному ландшафту. А еще здесь большой выбор маршрутов разной сложности и дальности. Поэтому можно приезжать и с детьми, и близкими пожилого возраста. А многообразие троп позволит приезжать сюда с завидной периодичностью и каждый раз открыть для себя что-то новое. По парку проложены маршруты. В этом году у нас новый маршрут начал работать в южной части парка. Я считаю, одно из интереснейших мест – это степной участок, где даже самый настоящий ковыль растет, который занесен в Красную книгу Российской Федерации. Вот. А в центральной части парка у нас тоже в этом году есть небольшое нововведение. Мы поставили еще один мост через реку Сергу, и теперь можно еще одним путем добраться до Миткиных озер. Изучив карту и определив направление нашего путешествия, идем гулять и наслаждаться этим прекрасным, немного морозным днем. Основные пешие маршруты начинаются здесь, в небольшой деревушке Бажиково, образовавшейся в 1914 году в связи со строительством железной дороги. А названа она по имени Писаря, трагически погибшего в годы Гражданской войны. Сейчас в деревне осталось совсем немного коренных жителей. Приезжают в основном туристы и дачники. Здесь располагаются кафе, дома отдыха и административные здания природного парка. А еще установлен памятный знак в честь столетия поселения, как раз у начала маршрута. Что ж, путь навстречу приключениям. Идется легко, и уже через пару сотен метров на тропе появляются первые достопримечательности. Пока рукотворные, избушка на курьих ножках для маленьких туристов, а также различные информационные стенды, рассказывающие об обитателях парка. Неподалеку целая экспозиция из прошлого. Вот такие деревянные колодки в парке установлены не случайно. Еще каких-то 100 лет назад на Среднем Урале тоже занимались особым видом пчеловодства – бортническим. Устанавливались вот такие вот естественные колоды в лесу, и дикие пчелы давали в них очень вкусный мед. А в зимнее время вместо насекомых вас сопровождают пернатые. Зимующие синички и поползни не отлетают от нас ни на шаг в надежде заполучить заветное лакомство. Они настолько уже привыкли к добрым рукам туристов, что буквально требуют семечек от каждого, кто вступил на землю природного парка. Так что, отправляясь в путешествие, не забудьте прихватить и немного угощения для местных обитателей. Некогда в этих лесах было огромное количество лиственниц. Однако в эпоху освоения Урала эти ценные деревья были практически вырублены. Сейчас 300-летние деревья можно встретить крайне редко. Зато попадаются вот такие интересные канделябровидные лиственницы. Все дело в том, что в свое время верхушка была повреждена. И тогда все ветки взяли на себя эту функцию и начали тянуться вверх. Вот и получилась такая форма. Кстати, мы выбрали один из самых легких и доступных маршрутов парка «Оленьи ручьи», а того и самый популярный – по долине реки Серга, протяженностью всего 6 километров. И после недолгой прогулки по лесу выходим к скале Светлая – первый громадный утес на этом маршруте. Ого!
Вот это красота, друзья! Вот ради чего нужно приехать в Оленьи ручьи, чтобы увидеть все эти невероятные просторы, эту великолепную реку и, конечно же, могучие скалы. Вот он, настоящий Урал, и совсем недалеко от вас. Скала Светлая, она находится на маршруте, причем это очень популярный маршрут, и все, кто по этому маршруту идут, ну никак не минуют эту скалу Светлую. Более интересно, конечно, то, что с нее открывается. Открывается наша долина реки Серги, открывается вид на Бордымский хребет. Он начинается от города Нижняя Серги и тянется на юг, в Челябинскую область. Он соединяет две наши области и заканчивается, ну, практически у Нязепетровска. Кстати, именно отсюда можно добраться по новому маршруту до скалы Священник и дальше до Миткинского рудника. Мы же отправляемся гулять по долине реки Серга. Буквально в нескольких метрах от скалы Светлой лестница уводит нас в расщелину между двух каменных громадин, которые туристы назвали скалами любви, словно две глыбы прислонились друг к другу, испытывая нежные чувства. Вообще в этих краях много мистики и загадок. Так, например, поговаривают, что местные леса и скалы облюбовали щулпы – фантастические создания, упоминания о которых можно найти во всех преданиях древних народов Урала. Многие очевидцы рассказывают, что в парке Оленьи ручьи видели небольшие светящиеся шары, парящие в воздухе. А у нас же парят в воздухе только снежинки. А вдалеке показалась фигура ангела – единой надежды, одного из символов этих мест. Множество легенд связано с природным парком Оленьи ручьи, и одна из них, конечно же, с ангелом Единой Надежды. Так многие туристы считают, что если взяться за его левое крыло и загадать желание, оно непременно сбудется. Один из авторов этого проекта – это шведская скульптор и художник Лена Эдвал. Она оказалась свидетелем террористического акта, после чего предложила своим друзьям, коллегам, таким же творческим личностям, что-то создать, чтобы стояло на страже мира и спокойствия. И появился вот этот проект. Проект «Единая надежда». По замыслу авторов 49 ангелов вот такие должно быть установлено по всему земному шару. Первые, самые первые 7 были установлены 17 сентября 2005 года. И наш, он один из самых первых 7 и самый первый на материке Евразии. Загадав желание, которое непременно должно сбыться, мы продолжаем шагать дальше, изучая окрестные красоты. Так откуда же такое название у парка? Как вы видите, ручьев здесь действительно очень много, они не перестают течь даже в зимнее время. Кстати, олени здесь тоже водятся, однако увидеть их практически невозможно. За тысячелетия сосуществования с человеком они научились держаться от нас подальше. А еще изображение оленя было найдено на одной из скал в долине реки Серга. Кстати, именно этот символ стал главным брендом природного парка «Оленьи ручьи». А вообще эти леса довольно густо населены. В окрестностях водятся лоси, кабаны, косули. В северной части видели даже медведей и волков. И все же вероятность встретиться с ними очень мала. У вас больше шансов увидеть белку или выдру. По берегам Серги живут бобры, по притокам реки возводящие внушительные плотины. Далее тропа проходит по берегу реки Серга вдоль вот таких огромных известняковых скал. Все это наследие некогда существовавшего на территории современного Среднего Урала огромного Рифейского моря. Эти скалы – не что иное, как отложение древних обитателей морей. А если взглянуть вверх, то можно ахнуть от красоты. Вот они, уральские джунгли! Вечно зеленые мхи, укрытые белоснежным снегом. Тут и там следы недавней оттепели, сосульки, свисающие с огромных скал. Сказка, да и только. Подумайте, сколько впечатлений вы получаете, передвигаясь по комфортному маршруту, который не требует от вас карабкаться по горам или идти вброд по пока еще не замерзшей реке. Это правда, очень удобно. Еще одно несомненное украшение реки Серга – это скала Дыроватый камень, представляющая из себя известняковую арку. Высоту эта арка достигает 4 метров. По весне, когда река разливается, путешественники любят проплывать через нее на катамаранах.
С этой стороны скала напоминает какого-то огромного бегемота. Посмотреть на дыроватый камень обязательно и с южной стороны. И прежде чем вы преодолеете этот путь, вас ожидает еще одно удивительное место оленьих ручьев. Это пещера – стоянка древнего человека. Это небольшое углубление в скале. Длина пещеры всего 17 метров, но вид впечатляет. Особенно, когда заходишь внутрь. Из-за того, что пещера небольшая, зимой здесь может быть даже холоднее, чем снаружи. Однако самые главные тайны пещеры на протяжении тысячелетий были сокрыты совсем не внутри нее. Здесь археологи, палеонтологи проводили раскопки в привходовой части этой пещеры. Было вскрыто несколько культурных слоев, то есть не просто какие-то камушки нападали, а были найдены предметы, которые четко говорили, это оставил человек. Ну, что там было найдено? Пепел, зола от костров. Понятно, не животные жгли костры. Были найдены фрагменты обожженной глины, керамики, тоже человеческих рук дело. Были найдены кости и фрагменты костей тех животных, которыми питались люди того времени. И поэтому отсюда можно четко сделать вывод, что пещера была посещаема. Скорее всего, постоянно люди в ней не обитали, использовали как временное убежище от непогоды, от хищных зверей. Просто в укромном месте переждать там непогоду и переночевать. Мы же поднимаемся вверх, огибая дыроватый камень, чтобы посмотреть на него с южной стороны. С этой стороны скала очень похожа на гигантскую лошадь, которая пьет прямиком из речки Серга. Удивительное зрелище. Вот такой он, природный парк Оленьи Ручьи. Насыщенный, готовый удивить каждого, кто здесь не был и кто уже был не раз. И это лишь крохотная часть всех богатств, которые парк может подарить благодарному путешественнику. Впрочем, это совсем другая история. А прямо сейчас время возвращаться домой и по пути посчитать все расходы этого дня. Передвигались на легковом автомобиле втроем. Весь путь составил 180 километров. Пешком преодолели 6 километров. А для того, чтобы восстановить силы, мы взяли с собой сладкий чай в термосе и бутерброды. Оплатили входные билеты в парк. Итого 890 рублей с человека. Оленьи ручьи – это какая-то невероятная концентрация всей возможной красоты Среднего Урала. Могучие скалы, чистейшие ручьи и реки, пещеры с их тайнами и загадками, стоянки древнего человека, до сих пор преподносящие сюрпризы. И люди, которые со всей душой готовы делиться своими знаниями с окружающими. Бросайте все дела и заботы и отправляйтесь на прогулку за новой порцией впечатлений и прекрасных ощущений. Не сидите дома! Говорят, что, между прочим, ель, если береза та же самая отдает тебе позитивную энергию, то вот ель, она наоборот из тебя забирает весь негатив. Так что это, избавляемся.